Готова? Отлично. Мило. Ну, это, наверное, бывает. Это мы, наверное, такие опоздавшие, немного грешные, поэтому на нас все. Готова, нет? Я выражаю огромную благодарность, что вы сегодня приехали на наш вечер, а не в первый раз у нас. Хотя в тот раз Арсен уже выступил в татарском центре. Это ребята, которые не очень давно приехали в Москву, и еще их, скажем, не перехватили. Я прям забилась. Молодцы, они сразу откликнулись. Да, конечно, приедем, у них репертуар такой очень интересный. И Улункей, это вот наша башкирская, именно из башкирской культуры Улункей, это длинные такие тянучие песни они поют. И эстрадные, красивые пары. Давайте будем приглашать их на наши праздники, на наши концерты. А как зовут? Самое главное, да? Да. Зовут меня Луиза, супруга моего зовут Арсен. Что там? Я, наверное, сейчас пойду уже в пляс. Это вы мне? Ой, спасибо, Дед Мороз. Красный нос, борода из ваты. Что ты нам принес сегодня? Спасибо. Где-то видели, что Дед Мороз сам угощал чаем. Чаем горячим. На инструмент нельзя ставить. Что, готовы, нет? Нет. Хорошо, я спою один куплет народной песни, если никто не против. Башкирской народной песни. Давай. Раз мы здесь в такой домашней обстановке. Это песни, можно сказать, из моей родины, из Учелинского района. Ишберды Каспан. Ну давайте, давай уже, Арсен. Потом продолжим с народной песней. Хорошо, давай, раз готов, пока там ничего не сорвалось опять. Там поняли за ширмой, что она может так как-то. Мы проверяем.